Смотрите, какие есть интересные жевательные конфетки для поднятия иммунитета. Это детский препарат самбукол на основе черной бузины. Здесь помимо бузины есть еще витамин С и цинк. В комплексе они вместе поднимают детский иммунитет. Принимать нужно одну вот такую малинку. Здесь как ягодка желатиновая. Одну в день, тем самым поднимая иммунитет, укрепляя здоровье детей. На зиму очень классная вещь, эффективная. Бузина проявляет себя самым-самым таким иммуномодулятором мощным. И вот такая детская омега-3. Принимать нужно одну в день, так как дозировка очень классная здесь. Обе кислоты в классных концентрациях. Принимать одну в день, 60 штук, хватит на 2 месяца на одного ребенка. Триглицеридная форма, самая-самая лучшая для усваивания организмом. Это очень такая вот статусная фирма Oslo Mega из Норвегии. И все, что они выпускают, это очень-очень качественный продукт. Также будет поднимать иммунитет, влиять на качество зрения, работы сердца. Обязательно деткам рекомендую омегу, а для иммунитета вот такие желейки. Вот такой препарат заказала я с iHerb для своего родственника, у которого проблемы с венами, у него тромбофлебит. Прописали Detrilex. Так я вот нашла аналог Детрилекса, точно такой же состав, действующее вещество диасмин и гисперидин, точно такая же дозировка 500 мг. Единственное отличие — это перечень вспомогательных ингредиентов, здесь их меньше и они более органические. В Детрилексе масса красителей, консервантов и всякого вредного. Такой баночки хватает на месяц ежедневного приема. Нужно принимать 2 капсулы в день. Будем наблюдать за результатом. У кого варикоз, проблемы с венами в не самом запущенном, скажем так, состоянии. Ну, будем принимать и наблюдать. Потому что нельзя со 100% уверенностью сказать об эффекте заранее.